В Душанбе прошла 5-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Во встрече в качестве почетного гостя принял участие президент Азербайджана Илхам Алиев. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поприветствовал президента Азербайджана Илхама Алиева и других глав государств. Отметим, что инициатива проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году. Первая встреча состоялась в Казахстане, вторая встреча в Узбекистане, третья в Туркменистане, четвертая в Кыргызстане.